Идем с мужем в магазин новый, называется «Ферма». Там экологически чистые продукты. Даже куры выращены на экологически чистом сырье. Так что сейчас посмотрим и все вам покажем. Да? Да. Идем в магазин. Проходим мимо Машкиного детского сада. Все, Машки здесь уже нет. Машка уже дома с мамой. Идем в этот фирменный магазин с мужем. Буду вам там показывать товары. И ценники. Я пока еще стесняюсь снимать, как моя дочь снимает. Поэтому буду отдельно показывать товары, ценники на них. А что потом говорить? А вот когда привыкну снимать, не буду стесняться. Тогда буду себя в кадре показывать. А пока вот так. Мы сюда пришли. Сейчас посмотрим, что здесь за товары. Я вам пожелаю несколько. Давай, это 300. Вот. Видите, какой я разговорчивый? Да я знаю. Кого хочешь, ты болтаешь. Да? Ну, еще не всех, конечно, но я практикуюсь. 26 рублей вы скидку получаете. Ребят, смотрите. Поправят, как пенсионеры. Конечно. Угу. Теперь искреннее пожелание от продавца. В этот день я вам желаю счастья, бодрости, тепла, жить без горя и печали, скажем, лет до 100. Офигеть. Вам такой лапши на уши навешивают в этом магазине. Но мы пришли сюда за мясом. Так что пошли смотреть. Так, рыбка. Рыбка. И карасель здесь 700 рублей. Офигеть. Вот это цены. Вот это цены. А вот и мясо и кулинария «Ферма». Вот с вами смотрим. Смотрите. Тушка цыпленка. Ой, утенка. 330 рублей за килограмм. Так, вот мы покупали суповые куры. Кстати, действительно суповые, замечательные. Вот куры для жарки. Действительно для жарки ароматные. С такой корочкой хрустящей получаются. Вы знаете, как вот в советские времена, кто помнит. Говяжьи кости на супчик. Ну, конечно, совсем не пенсионерский магазин. Свинки куриные, филе грудки, филе бедра. Рулечки? А давай попробуем. Давайте две возьмем. Мы попробуем. Это одна такая? Одна, да. Все последнее? Как всегда, все по жизни достается последнее. Ну, хорошо, хоть достается. Так, что у нас там цена у рульки? Сейчас я смотрю, я так быстро сообразить не могу. Так, печень, язык, шейка говяжья. А что из пашины делают? Фарш самый хороший, жарят. Фарш. А давайте возьмем пашинки две штучки. Так. Так, смотрите, язык какой говяжий. Вот цена у него 425. Дороговато, конечно. Ну, а? Ой, нет, это уже много будет. Мы кур брали для жарки, действительно для жарки. И суповые, действительно суповые. Будем брать еще. Нет, давай возьмем этих. Голень куриную с килограмм. Вот так, голень куриная. У нас постойка. Так, лапы не знаю для чего. Печень куриная нет. И парочку окорочков кролика. Давай возьмем. Ну, просто себе для диетического питания, как говорится. Ну, по крайней мере, я говорю, мы брали без обмана, но цены сами видите какие. Наши покупки. Баранину, слушай, ну здесь большие очень кости. А, вот, давай вот эти вот возьмем. Я сегодня харчо сделаю, точно. Баранину. Не-не-не. Не, не надо бульон от рулик. Возьми пару ребер. Ну, туда же положим. Вот у меня муж расплачивается. Сегодня он меня. Сколько? Деньги свои тратит. Ой, много не надо. Одну полосочку, если можно. Ну, давайте вот это вот одно ребрышко. Да, да, одно ребрышко и хватит. Ага. Так что магазин прекрасный. А, вот здесь что такое. Смотрите. Фирма здесь только отдел. Вот так. А все остальное обычный магазин с
рыбными товарами всевозможными. Давайте посмотрим, что за рыбка здесь. Так, зубатка, спинка трески, цены, надеюсь, вам видно. Камбала, кто помнит советские времена? 300 рублей килограмм. Офигеть. Вот, ребята, смотрите. Палтус. Палтус. Цены вам видно. Кстати, я брала дори. Вот у нее цена. Дори. Это очень хорошая рыбка. Из нее прекрасно получается рыба в кляре. Цена 250. Ну, а чего? Что здесь самое дешевое можно взять? Фарш тресковый? Так это неизвестно, что в этом фарше. Икша по 190. Вот. И что еще подешевле? Гарбушек головой 180. Ой, потасу, смотрите, потасу по 60 рублей. Я, правда, не помню, пробовала я или нет. Ну и вот салака. Ой, а интересно, скумбрия есть? Вот если так вот кусочек скумбрии взять, а вот скумбрия, и посолить ее. Интересно, вот они разные. Скумбрия с головой. А, видимо, по размеру. Крупная и средняя. Так, понятно. Есть типа изденки в подворье, раньше называлось. Ну и рублевские колбасы. Ну, в общем-то, вот и все. Все купили. Нет, пока не надо. Все купили и выходим.